17 апреля в актовом зале УГАТУ состоялось открытие проекта «Управленческие поединки», организуемого международной молодежной организацией ISEC совместно с First Business School и профсоюзной организацией студентов УГАТУ. Управленческий поединок – это интеллектуальная игра. В общении два человека пытаются доказать свое преимущество друг перед другом. Участники поединка в течение ограниченного времени ведут диалог, поводом для которого является какая-либо проблемная управленческая ситуация. На поединок приехали студенты из других вузов страны – Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Ведущим мероприятия был Дмитрий Никифоров, руководитель клуба «Управление бизнесом» и бизнес-тренер по технологии Владимира Тарасова. Я провожу тренинги, бизнес-лагеря, различные мероприятия, в том числе управленческие поединки. Это маленькая модель кусочка жизни. В жизни мы всегда ведем переговоры, через переговоры мы успеваем, не успеваем, через переговоры мы добиваемся чего-то и чего-то теряем. Если человек хочет, чтобы от него что-то зависело в жизни, очень важно обладать таким искусством, как управленческая борьба, потому что она везде и повсеместно нас преследует, мы ее ведем. Это и в трамвае, это и в университете, это, например, даже где-то в очереди, уж не говоря о самом бизнесе. При этом люди, которые плохо ведут управленческую борьбу, то есть не справляются с ней, как правило, они попадают в такие ситуации, когда им приходится отстаивать свои интересы.